Ну вот, пошел дальше. Так, снимаем дальше. Так, какая у нас скорость? 50 км в час. И мы проехали... О, мы почти уже 10 км проехали. Было 86. Было 86, сейчас 93. 193. А было 186. Я смазал. А с которого? Чего? Не, это... Ну, по-моему, это этот. Коробка. А что? Коробка. Коробка создает звук. Ну, может быть, и трос. Ну. А бы что он такой поганый? Я сдувал, с притом туда задувал. Ну вот, такое чудо у нас получилось. Очень хорошая работа. Все задокументировано, куда есть полный фотоотчет. Поменьше делаем. Да, вот. Коробка гудит. И цепь больше не гудит. Потому что здесь его надо, ну, да? Успокоитель надо добавлять. Не, это коробка. Да, это коробка. Цепь не, коробка сама. Ну, выключи, нейтралку включи. Четвертый, да? Да. Вот, все, все тихо. Это технический звук коробки. Надо потом прирабатывать. Ну, нож новый у тебя, пока притрется все. Ну, и мотор тихонечко работает. Попал. Ой, ну хорошо работает мотор. А без сцепления включаю. Там же полуавтомат срабатывает. Вторая, по-моему. Нейтралка, по-моему. Я, по-моему, нейтральная. Нейтральная. Ну, первую включай. Это... Включено, стрелка, он бегает. Да. Включено, первая есть. А вот нейтралка. Нет, это скорость. А, вот нейтралка. Сейчас свет там видно. А вот первая пошла. Вот нейтралка. Ну я вижу, он ведочкой не крутится. Ну да. Ведочкой вторая. Третья. Третья, да. Я по скорости даже не знаю. Четвертая. Коробка просто... Чехословацкие шестеренки это сила. Это сила. Снег капает там, да, чтобы не попало. Перейду как-то. Да, пентапер. Еще должен сказать, что уже в Москве произведена покраска деталей практически все. А все уже, да? Доводится мелочок. Доводится по парами определенные были проблемы. Вот они в ближайшее время, я думаю, уже приедут там решат мне. И уже ждут последних кое-каких деталей, то еще должны быть. Оригинальный чехловатский был найден, уже должен по пути ехать. Палец маятника занял, то есть уже начнет сбор. Ну, сейчас ждут обода, там еще бы какие детали, то есть пока меня держат. Висток один комплект пока есть, но все чехловатские сушейки будут. Ну, вот так вот. И потихоньку, я думал, все равно... Но самое главное, что сердце уже собрано. Начнется собираться, да, сейчас начнется мелочевка, электрику. Осталось еще полностью все отреставрировать. Но как бы чуть-чуть она укомплектована, все таки надо будет просто провести работу. Ну, я думаю, в течение недели не спеша это все будет сделано. Все провода проверены, прозвонит, поставим генератор уже, тоже проверенный, уже в Москве. Задокументировано, зафотографировано.
Потом Илья отчитается уже. Да. Но это уже будет потом. Сегодня надо это дело, как говорится... Опять это дело надо, не надо поставить бомбу. Да. На косяка. Да. Ну, всем удачи, ребят. Все, спасибо за внимание. Так что... Вот очередной ребенок выходит из нашего станка. Спасибо за внимание. Это Илья. Он в гостях у Георгия в Валмере. Я Георгий. Я Георгий из Латвии, город Валмера. Есть такой, столица Латвии, город Валмера. Все, до свидания. Ну вот, мы прощаемся. Остаемся на связи. Спасибо за внимание. До свидания.